Сегодня в последнюю перед новогодними праздниками торговую сессию на московской бирже немного подорожали иностранные валюты. Доллар прибавил 37 копеек и составляет по курсу ЦБ 72,88. Евро подрос на 15 копеек 79,70. Завтра, 31 декабря, торгов на ММВБ не будет. Они возобновятся только 4 января. А вот Центробанк вернется с каникул 11-го. Тогда же и установят новые курсы валют.